Всем привет! Сегодня мы сыграем Guess Who. Будем загадывать персонажа, потом будем пытаться его угадать и также попробуем еще не только с бравлерами, но и с игроками, так что думаю, будет прикольно. Это человек, Брабли? Нет. Нет? Привет, Бат. Лу, это кто, робот? Не, больше привет. Ну, это не человек, нет. Он на человека не похож. Похож. Реально? Да. Да. Окей. Подожди. А вопрос был, это человек или это не человек? Я тебя спросил, твой персонаж человек, я ответил на это. Ну, ты убрал всех не людей, да? Да, ты, значит, наоборот убрал. А, блин, надо было всех людей убрать? Да, да, да. Ё-моё. А потом его шаг следующий? Да. Сейчас всех людей закрывать. Где? Ангар, Фан, Туз, Тут, Туп, 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 Туп. Это вроде нежить, она как зомби. Окей, и теперь что? Могу я уз? Ты можешь либо... Ну все, твой ход закрыт. Да. Типа теперь ходит кубик. А надо, чтобы он остался? Кто? Один? Один персонаж. Да. Ну или чего ты можешь просто угадать, но ты свой ход пропустишь, получается. Если не угадаешь. Да, да, если не угадаешь. Может ли твой персонаж передвигаться по карте с помощью ульты? С помощью ульты? Да. С помощью ульты он не передвигается по карте. Что если есть какой-то типа фэнга, который прыгает ультой, ты его закрываешь и всех, кто такого типа, потому что он не используется для передвижения. Динамайк же тоже не считается, типа, у него ульта может с помощью ста передвигаться. Ну, можешь его тоже закрыть, потому что... Ну, так, 50-50. В смысле? Окей, ну смотри, берем общую, без разницы какого типа, атаку, но эта атака... Одиночная пуля или она может быть там двумя типами и так далее? Одна. Одна? Окей, у Барли две, ну, двойная типа тычка. Ева тоже стреляет. Барли же одна бутылка. Но типа два дамажика типа может пройти. Типа один и второй. Да, но бутылка одна. Блин. Ну да, по факту. Ну да. Значит, не так сформулировал. Ну ладно. Я не так сформулировал, короче. Ладно, давайте заново. Хотите, ну, типа... Сложно задавать вопросы. Походу, блядь, мы знаем даже как. А у твоего персонажа больше 4000 кп? Максимально, ладно. Как дружки, блядь. Ну да. А, подожди, без гера-щита, правильно? Просто так. А у деда сколько хп? 4200. А, ну, значит. Твой персонаж человек? Нет. Если он не человек, то закрывай всех, кто люди. Да. Пенни же. Да, это пират. Нит это тоже. Ниту тоже закрывай. Да. Амбер и все остальные последующие. Думаете, игры человек? Ну, это ну, актер клуб. Же, да? Типа старых фильмов. Если играть чисто на победу, то я тоже могу задать вопрос. Персонаж человек? Не-не, это уже все общительство, нужно не повторяться. Нельзя повторять вопрос? Где? Купол карт стыр. Твоего персонажа ульта набивается за... 2000 полным? Нет. Что, вот сейчас надо правильно задать. Твой персонаж имеет свойство закидывать ульту? Нет. Пытается закидывать? Твой персонаж может отнести категорию танк? Нет. Да, нет. Если противники рядом, у твоего персонажа копится ульта? Нет. Твой персонаж кидает ульту? Да. Твой персонаж может передвигаться с помощью ульты? Нет. Твой персонаж Пенни? Нет. Твой персонаж Хэнк? Нет. Твой персонаж Квик? Нет. Нет! Ты только закрываешь, а клуб закрываешь. Кто это был? Скажи победную речку. Ай-яй-яй-яй. Это ну, сложный вопрос задает. Сейчас будет у нас второй раунд, но теперь мы будем отгадывать про игроков. Погнали. Этот игрок выиграл мяч на финал?
По-моему, да. А, думаю, что да. Думаешь или да? Скорее всего, да. А! Шакура ничего не выиграл. Окей. Это чел из Европы? Нет. Европейский. Это чел из Европы? А, нельзя. Нельзя. Это чел из Северной Америки? Северная Америка? Нет. Сейчас умру. Короче, такой вопрос. Этот чел в этом году менял ли свою команду или у него кто-то в команде менялся? Да. Его состав менялся. Значит, кто не менялся, я их закрываю, потому что у них изменений в составе не было. Правильно? Наверное. Участвовал ли этот игрок на ESL Master Soccer? Вроде нет. Этот чел играл за Zed? Да. Это вопрос выступить, если можно. Это РК-4 буквы Вики. У него больше 4. Брал ли за всю историю чел МВП чемпионата мира? Нет. Нет? Твой ропек. Да. Ну как ты понял? Ну, вы же начали там узнавать, типа, у него 4 буквы, 5 букв. Типа, у него, вы думали, у него одна кавники или две? А, понял. Ну, короче. Нечестный вопрос был. Ангел победил, и в целом тут прикольно. Если построишь как-то грамотно вопрос, то можно прям целую пачку закрыть и обогнать. Но это не гарантия, что ты победишь. А так, если у вас есть идеи, в какой категории еще можешь сыграть, то обязательно пишите, и мы попробуем это сделать. Так что с вами был Нави ВС Состав, игра Guess Who. Так что всем удачи, всем пока. Пока. Привет.